вышла получить удовольствие на задний дворик, а тут сюрприз. Вот, например, отойди. И вот подушку бросила. Вон на подушке сюрприз. А вообще-то это еще сюрпризы небольшие. Буся, отойди. Мячик ждет. Потому что сейчас птицы становятся агрессивными. Бывает вот так вот все полностью загажено. Стол загажен. Вот стулья. Здесь еще не вытерла. И я все время держу вот такие вот салфетки здесь. Очень удобно. Все здесь протираю. Каждый день. А птицы наглые прямо топчатся везде. В огороде топчатся, уже ничего не боятся. Они бывают очень агрессивные, еще и потому, что у них сейчас идет гнездовка. Но агрессивные по сезону, потому что сейчас весна, они собираются, видимо, вить гнезда, ищут себе места, чтобы отложить яйца. И бывает такое, самцы особенно агрессивные. Вот у нас здесь отзеркаливает. И бывает так, что птица просто бьется в стекло до одури. Бывает так, что даже проникает в дом. У меня где-то были видео на Фейсбуке, по-моему, на YouTube я не выкладывала. Так, не поснимаешь, у нас здесь траву косит. Поэтому все время мы держим вот такие вот сетки. Сижу, наслаждаюсь на заднем дворике. Привет, мои дорогие друзья, привет, мои новые подписчики. Извините, сегодня не при параде. Сегодня полдня занималась спортом, потом гуляла с собакой. Сейчас займусь кое-какими делами. Невозможно снимать. Траву уже. Порядки наводишь, да? Ты скажи, чего шумишь? Кто хозяин здесь? Все, уже тихо. Я уже привыкла, что здесь тихо все время. И вот такие вот шумы начинают слегка раздражать. Но это не часто. Так, по поводу птиц было такое, что я здесь мастерила ширму, вешала шторы, чтобы птицы здесь не видели свое отражение и не долбились постоянно в стекла. Но это, конечно, неприятно. Вот оно стоит и долбится туда клювом, головой, чем попало. И как бы даже если ты наверху, все равно этот звук слышно очень и раздражает. Я сначала очень пугалась, потом увидела, что это просто маленькая птичка. Ну, птичка не маленькая. Это в основном пытаются биться со своим отражением кардиналы местные. Эта птичка ростом с попугайку, либо с маленького голубя. Вот. Но они очень активные, они постоянно вот здесь у нас пасутся и живут вот на этом дереве. Парочка там живет на этом дереве. Они чувствуют себя здесь полными хозяевами. А вообще здесь их очень много. По разным кустам, по разным деревьям. Вот сейчас они очень настойчивые. Ну и местные голуби тоже все время гнездятся. Вот они ищут какие-то такие места, такие уголочки. У соседки, я рассказывала, по-моему, уже голуби свили гнездо. И она начала сбивать это гнездо. Это было в первый год моего приезда сюда. И из гнезда выбежал птенчик, и она начала его заметать чуть ли не лопатой. Я пришла в такой ужас, начала кричать. Она на меня глаза вытаращила. В общем, мы друг друга не поняли. Я убежала в результате в дом, расплакалась, мужу рассказала. Вот какая жестокая соседка. Но, видимо, для них это как бы привычное дело, вот убрать и не считаться, что там, допустим, птенчики. Мне жалко. Я бы никогда гнездо не сбила. У нас там тоже на фронт-ярде было гнездо в прошлом году. Конечно, они все загаживают. Но что делать? В конце концов, это люди пришли в их лес.
Вот, я вытираю очередную какашку. Еще хочу рассказать, сегодня очень удивилась, у нас здесь под полом живут ящерицы. Такие голубоватые, но они были маленькие в прошлом году. А сегодня утром увидела такого почти полметрового крокодила. Вот отсюда он выскочил, вот так пробежался и залез в щелку, вот сюда вот. Буська увидел, нюхал. Я вообще не понимаю, ящерицы растут, что ли? Были такие малюсенькие, симпатичные. А сегодня прям такая здоровая выскочила. Я надеюсь, что она как бы и останется в том же росте и весе. У нас здесь не должны крокодильчики бегать. Ой, как хорошо. Сейчас сяду, послушаю птичек. Как старается для Светочки, потому что она знает, что я оценю ее пение, и я всегда скажу: спасибо, дорогая, ты прекрасно поешь. Там вот птички сидят. Еще одна такая весенняя проблема: начинают летать осы, и они себе ищут вот такие вот балки старые деревянные, залазят в щели, начинают вить гнезда, тоже отогнать невозможно. То есть вот это вот нужно опрыскивать. Вон там вот они любят жужжать, летать. Причем так брызгаешь, и оно ж еще не улетает, не боится. Просто у нас это проблема. Муж аллергетик. У меня есть видео, где я рассказываю, как он чуть не умер. Его искусало очень много, до десятка ос. И он начал задыхаться у меня на глазах. Это было в первый год, опять же, моего приезда. Я не знала, что делать. Начала звать квартиранта. Он не спешил. В общем, я подняла крик. Таким образом, приехала скорая. И мужа удалось спасти. Но он просто уже все, дышать не мог. Так что да, мы сейчас следим за этим всем. Ну, кто следит? Я слежу. Муж только кричит: отгони, отгони, я боюсь. Ну вот, наконец-то тихо. Еще раз привет, друзья. Сижу, наслаждаюсь. Вообще, муж мне сделал замечание, что я должна сидеть на YouTube, такая вся при параде. А я сегодня отнюдь не при параде. И вообще поменялось отношение к жизни, отношение к тому, что тебе подумают другие люди. Раньше, помню, я боялась даже мусор вынести без макияжа. Сейчас я снимаю жизнь такая, какая она есть. И я такая, какая есть. Вот. Чем я занималась эти дни? У меня сейчас дома полный порядок. То есть дом чистый, белье чистое, постельное белье чистое. Куча стирки была. Я себя вот подстригла. Маникюр, педикюр сделала. Я уже еще раз повторюсь, занималась. Я каждый день занимаюсь фитнесом, потом гуляла с собакой. Вчера я еще отдраила свою ванну, плиту в ванной. Дело в том, что у нас там есть такой чердак, как бы угловой, вот так вот крыша. Я туда еще никогда не залазила. То есть нужна лестница. Но дело в том, что последний этаж, и чувствуется сырость. И там нагнетается вот эта черная плесень по чуть-чуть.